Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы приготовим сочные свиные ребрышки с овощами в казане на костре. Передаю привет моим друзьям в Волгоград, семье Фельковых. Респект и уважуха вам. Скоро увидимся. Ну а теперь начинаем приготовление блюда. Подходим поближе, смотрим продукты. Начинаем! Для нашего наивкуснейшего блюда потребуется свиные ребра. Мы взяли 2,5 килограмма. Лук, морковь, чеснок, перец болгарский, помидоры, картофель, зелень и специи. У нас будет черный перец молотый, один небольшой перец чили, копченая паприка, растительное масло, соль. Вот все продукты. Начинаем подготавливать. Сегодня работаем ножом пчак от интернет-магазина Казан СПБ. Ссылка на интернет-магазин Казан СПБ, как всегда, под видео. Режем ребра. Вот на такие вот кусочки. По одному ребрышку будет достаточно. Ребрышки нарезали. Занимаемся овощами. Режем лук. Ну, лук для таких блюд всегда полукольцами. Режем морковь. Ну, здесь тоже классика, полукольца. Занимаемся болгарским перцем. Можно соломкой, можно кубиком. Как хотите. Но я делаю всегда соломкой. Так, перчик подготовили. Теперь поперли помидорки. Вообще, можно нарезать прям на 4 части просто помидор. Но мы его еще вот так вот разрежем. Чистый мед, как скажут мои друзья с Волгограда. Продукты мы подготовили, пойдемте разжигать огонь. Наливаем растительное масло, около 100 грамм. Масло накалилось, закладываем ребрышки.
прошло 3 минуты. Перемешаем. Вот такое золотистое у нас стало мясо. 3 минуты прошло. Вот такая вот у нас уже аппетитная вкусняшка начинает нарисовываться. Пошел следом лук. Огонь у нас сейчас максимальный. С луком подержим минуты 3-4. Периодически будем перемешивать. Три минуты подержали. Пошла морковь. Ух, запахи какие, боже мой, какие запахи. Морковь держим тоже 3 минуты. Ну, тоже 3-4 минуты с морковью подержали. Ух, задымило. Болгарский перец. Также 3-4 минуты подержали, теперь добавляем помидоры. Перемешаем. На этом этапе солим. Добавляем черный перец молотый. У нас в ступке перемолотый. Обязательно в это блюдо копченая паприка. Обязательно. Чайная ложка. Но можете добавить побольше. Головка чеснока. Всю эту красоту перемешиваем. Наливаем воду горячую. Полтора литра. И закладываем картофель. Огонь делаем минимальный. Закрываем крышкой. И до готовности картофеля. И добавляем перец чили один.
набрали мы крапивы. Сейчас будем ее ошпаривать. Всем привет и здрасте. А еще мы приготовим весенний салат. Для весеннего салата мы взяли огурцы, яйца вареные, черемша, зелень, укроп, петрушка, крапива. Мы ее заранее обдали кипятком, подержали 3 минуты. Обрезали листики, вот такие вот. Начинаем подготавливать. Первым делом мы режем черемшу. Следом идет зелень. Друзья мои, обязательно приготовьте этот салат. В нем очень много витаминов. Крапива чистит кровь. Вот. Нарезаем крапиву. Так, крапиву нарезали. Огурчики. Так, огурчики подготовили. Яйца куриные. И по вашему вкусу добавляем либо сметану, либо майонез, либо растительное масло с запахом. Но лучше всего сделать сметана, майонез в равных долях. У нас сегодня один майонез. Добавляем. Солим. Перемешиваем. Лайк вообще 100%. Очень вкусный салат. Всем советую приготовить. Вот такая красотища. Но мы продолжаем готовить наше блюдо в казане. Как приготовиться, включимся. Блюдо наше почти готово. Высыпаем зелень. Перемешивать я не буду. 2-3 минуты, и блюдо наше будет готово. Блюдо наше готово. Накладываем. Картошечка, мясо. Вот такая красотища очередная. Все с пылу жару. Пойдемте кушать, быстрее пойдемте кушать.
Приготовили мы нас вкусняшку. Будем кушать. Ух. Сначала ребрышки. Картошечка. Класс. Овощи. Ну и, соответственно, весенний витаминный салатик, который я уже попробовал. Супер! Запьем все это дело вкусным сливовым компотиком моей любимой тещи. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых рецептов. Всем солнечных дней. Пока.